Да, дорогие друзья, и пока не началось видео, я бы хотел сказать, что больше, наверное, такой озвучки делать не буду, если, конечно, вы не поддержите большим количеством лайков. А пока, ну, смотрите видео. С вами Инди, и мы продолжаем, можно сказать, играть в игру ORIF, но есть такое, опять, небольшое недоразумение. А именно у меня опять удалились сохранёнки. Ну, я уже говорил, когда я снимал мейджику. Ну, что делать, если Windows персонажу все теряется, к сожалению. Ну, ладно. Но в этом видео это будет такое экспериментальное видео. Я буду пробовать, так сказать, делать озвучку под персонажа игры. Ну, сейчас вы увидите, так сложно. С Дроссеном мы не сильно далеко прошли. Вау, так себе способ проснуться. Почему этот экран не работает? Уха, у Тордракона все исправит. Ладно, все не так плохо. Похоже, уровень топлива низок. Поглядим, что творится вокруг меня. Я выгляжу здорово, но это не то, что я хотел увидеть. Черт, многовато космических камней. Разберемся же с этими астероидами со вкусом. Включи музыку с какой-нибудь классической игры. И сделаем это. Ну, в общем, я сейчас сам видео молчал, пока вот это все диалоги шли. Это я чисто сделал для того, чтобы сделать озвучку. Так что, скорее всего, у вас сейчас была озвучка моя. Таким более грубым голосом. Ну, я сам еще не знаю, как получится. Так получается, не буду заглядывать в будущее. Может, я вообще не сделаю. Вот. Ну, это как экспериментальное видео будет, как я уже сказал. Так мы просто пройдем эту игру заново. Собственно, мы так не сильно далеко зашли. Я теперь знаю, как в нее играть. Игрушка клевая. На этот стероид еще. В общем, когда диалоги, я буду молчать. Но я надеюсь, что я вместо молчания вставлю. Кто так, черт возьми, пакует космический корабль в поле стероида? Вместо. Привет, гравитация, моя старая. Вместо диалога вставлю озвучку. Дрон? Этот корабль должен быть давно мертв. С катертью дорогу. Ну, не, я просто не буду с ним долго. Отвали, робот. Достал уже. Блин, достал он меня. Я думал, так можно будет пропустить диалог. Так, ладно, просто проходим в наглую. Я даже останавливаться не буду, ни на чем зацикливаться. Сколько лагов. Все, вообще пофиг на все. Я взломаю эту штуку с моим специальным лучом. Я внутри. Давай, взломай. Здесь глубже, чем я ожидал. Давай, давай. Эй, здесь есть заправочная станция. Керосин почти закончился. Чувствую, когда я говорю... Думаю, что не смогу уходить здесь. Когда я говорю защиты. Во время диалога, я буду мешать самому себе при озвучке. Ну да ладно. Это варп-система, хотя и устаревшая модель. Кажется, только что активировал ее. Я запишу ее координаты. Окей, так. Ну, мы это уже проходили, не буду ничего сильно озвучивать. Я тупо озвучку сделаю к этому видео. Это ящики, это то, что я думаю? Ух ты, здесь есть машины для улучшений. Что мы там улучшали? Давайте в этот раз улучшим дробовик. Мне прям интересно, что это такое. Все-таки надо разнообразить хотя бы это видео. Это лучшее оружие со времен EFG. Оу, слушайте, это классная штука. Еще один варп. Это центральная станция. Возможно, смогу включить его. Воу. А, все вспомнил. Я вас помню, мистер.
сожалению, в этой игре слишком много диалогов, и похоже, я буду все видео, все видео молчать. То есть мои комментарии личные будет мало, чисто только озвучка. Хорошо. А может, тем лучше. Я не знаю. У вас, наверное, будет звучать странно. Мой голос плюс еще мой голос, то есть два раза, как-то я говорю, сразу несколько раз. Сложно объяснить. С другой стороны, вы уже и так все услышали. Так, ну мы уже до сюда доходили. Круто! Так, Enter. Так, там у нас... мы прошли, по-моему, до следующего уровня, да? Так, ну это я буду пропускать, все равно мы это уже все видели. Так, это мы тоже видели, не будем это все зацикливаться. Игра, я это видел. Пожалуйста, можно пропустить? Please, it's very polite. О, о, браво, спасибо. Посмотрим, что произойдет. Так, ну мы это уже видели, давайте скорее переключать, я хочу быстренько уровень пройти. Я буду сейчас, наверное, все видео молчать. Чисто моя озвучка будет. Давай соберем здесь кучу лута. Выглядит как одна из тех игр про астероиды. Я все еще внутри. И тот же корабль, другая зона. Ой, у этой варп-станции паршивый диапазон. Но никто не стоит между мной и моим лутом. Как же мне этот уровень в тот раз еще достал? Мы его быстренько сейчас пройдем. О, я вспомнил это место. Где тут можно включить ток? Вот он тут. О, что мне на голову упало? Эй, что это такое? Так, ну это я уже смотрел. Часть исходного кода Медрона. Я пропустить это хочу. Это довольно полезно. Ну давайте. Ай, не то. Давай, полечи меня. Спасибо, Медрон. Ты мой выход из мира боли. И, по-видимому, мой билет в опасной зоне. Та-дам! Так, да сколько у вас тут? Я уже и забыл, сколько их тут было. Так, надо скорее всего это проходить, то мне уже этот уровень, эта игра вообще достала. Не смотрите, что мне игра так подлагивает, это у меня там кое-что качается. Назад. Ну, а что качается, то уже сюрприз. Из этого подлаги. Ну. Черт, мы в трудном положении. Ну да ладно, с другой стороны, мне главное показать вам, насколько нормально будет озвучка. Вы, если смотрите это видео, конечно, ставьте лайк, если вам понравится озвучка, и дизлайк, если не понравится. Я посмотрю, может, мне вообще это не надо, не надо этой фигней заниматься, так сказать. Намного лучше, когда обычным голосом говорю. Ну, посмотрите. Так. Даже ваше мнение будет. Давай. Оу, что взорвалось-то? Так, здесь мы были. Сейчас пойдет диалог, что кто такие кривые трубы делает. Вот сейчас здесь. Тот, кто проектировал эти канализационные трубы, получает медаль за тупость. Давайте. Я готов. It's ready, давай. Ну?
медленный был. Ну выпустите уже меня, мне уже достала эта комната. Все? Пожалуй, я здесь закончил. Пора двигаться дальше. Ящик со специальной атакой. Это полезно. Ау, это было больно. Стоп, стоп, стоп! Попробуйте, подойдите. Мне показалось, мне я перегреваюсь. Такой пар идет. Блин, ну, мне вот в этой миссии бесило то, что таких комнат очень много. Ой. Потому что мне ракеты больше нравятся, если честно. Да, я немного туплю сейчас, на. Тороплюсь. Тараканы. Фу. Тороплюсь закончить видео и сделать озвучку. О! Ну вы не смотрите, это не прохождение. Летучие мыши. Фу. Это видео не прохождение, это чисто озвучка. Ходячие мины. Ну, вы знаете. Ой, я помню это место. Я помню чудное мгновение, передо мной явились эти дурацкие стены. Давай. Бежать. Как она выжила-то? Ой, какое же жесткое это место. Такое жесткое место, ужас просто. Но игрушка четкая. Очень даже четкая. Но если у меня получится сделать озвучку, то она будет голосом, не знаю, 40-летнего мужчины, скорее всего. Такого где-то примерно. Диапазона. Вот, шла жесть, жара. Ну, давайте уже скорее. О, запаришься ждать, сколько, пока не прилетят. О, жесть будет. Ну, я жду. Не заставляйте меня ждать. Загрузка завершилась той игры, которую я качал, про которую говорил. Я надеюсь, там не сильно все плохо было, пока игра была свернута. Что вообще интересно видели? Я рабочий стол, вы интересно. Даже не знаю, черный экран или меню. Что я раньше не задавался таким вопросом. Глупо. Ну откройте. Ура! Блин, напугал. Ох. Эй, забыл уже, что они тут. А, сейчас у нас конец уровня будет. Фу, это было близко. Что дальше? Пресвятая Рободева. А вот и моя куча лута. Ну, на этом закончим видео. Пока что, потому что... Ах, люблю запах гаек и болтов по утрам. Как я и говорил, это чисто видео у меня тестовое. То есть, в нем я озвучку разрабатывал. То есть, здесь не будет толком прохождения, тут чисто озвучка. Если вам понравится, то ставьте лайки, а если нет, то дизлайки. Если будет дизлайков больше, чем лайков, то я не буду такого больше делать. А если лайки будут, то буду продолжать. По крайней мере, на этой игре точно. Ну а пока мы на этом закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, как вам понравилась моя озвучка. А пока, на этом все. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Всем пока.